мы приехали на школу фонда Владимира Потанина с проектом «Солнечные рыбки». С помощью нашего проекта мы хотим развить социальные навыки детей с синдромом Дауна, а также научить их плавать. И поскольку они будут входить в общество, активно коммуницировать с детьми, с обычными детьми, то мы сможем общество приучить к таким детям, хотя бы вот маленькими шажками. Я приехал сюда непосредственно на траекторию организаторское дело с проектом «Экобокс. Создай батарейки». Основная стратегия или миссия – это поднятие такую экокультуру среди населения города Ярославля и Ярославской области. А наш проект называется «Среда». Он посвящен имиджу нашего города, его позитивной какой-то окраске, приданию бренда, потому что в Омске большие проблемы с этим. Меня это очень волнует, потому что я свой город люблю, и я хочу его развивать. А наш проект называется donorcystic.org. Мы делаем электронную очередь для доноров крови. Донор. Он приходит сделать доброе дело. Это значит, что государство и общество должно помогать ему сделать доброе дело. Наш проект «По возможности» посвящен нашему любимому заповеднику «Столбы». И нацелен он на оборудование тропы для маломобильных групп населения. Ой, школа, это, не знаю, это моя любовь, это такое счастье. Самый важный навык, который я здесь получила, это как формировать социальный проект. Школа помогла мне определиться, какие должны быть основные компоненты в развитии человека как лидера. Контроль за самосостоянием, эмоциональным интеллектом. Школа дала мне очень хороший навык самопрезентации. Это умение видеть других людей, чувствовать других людей. На школе мы поняли значимость кооперации и совместного поиска ресурсов. Это работа в команде, это коммуникативные навыки. Это, наверное, по большей части большая школа жизни за вот эти 4 дня. И реально захотелось что-то делать. В общем, огромная-огромная мотивация. Вот я сейчас это ощущаю до сих пор. Вы знаете, потанцы – это особые люди. Мы неравнодушны к тому, что происходит ни в городе, ни вообще во всем мире. Если у тебя есть возможность, у кого-то ее нет, нужно обязательно поделиться этим. Все вырастает из маленькой инициативы. Мы очень благодарны всем составам нашей команды, фонду прежде всего, что нам предоставилась возможность сделать такое доброе дело и посвятить свою жизнь реализации, часть своей жизни реализации нашего проекта.